внутренняя поломка, которая может быть обусловлена тем, что фрустрирован какой-то наш инстинкт иерархический, безопасности или сексуально-половой. А внутренняя потребность осталась, а ее не структурировано, кувшина нету, все вылилось, оно выливается в симптомы разные. Депрессивные. Вот, это когда тоска. Ничего не хочешь, вот все тебе плохо. Вот. Это страх. Страх – это что такое? Вообще производство психикой иррациональных таких страхов – это избыточная психическая энергия, которая не нашла для себя способа естественного выхода. Почему? Потому что потребность была фрустрирована и криво пошла. И после этого психическая энергия схватывает какое-нибудь переживание и ставит его в центр своего вот этого состояния, и вокруг него начинает развертываться вся драма невротического переживания.